Ну что ж, всем хэшки, с вами тамплиеры, это опять квадратное видео с полями, вон там будут, вон там где-то какие-то фоны будут. В общем, я немножечко сгорел из-за того, что у меня версия Катавы Шоджо не записывается в хорошем расширении. У них-то, видимо, другой репак. А, да, у Ники Фокси. Ссылочка на него будет в описании. В общем, я его смотрю. Я ему рекомендовал визуалку Катава Шоджо, которую сейчас сам начал проходить, которую нашел в играх, которые вы советовали же на Let's Play. Я ему ее посоветовал. У него получилась возможность записывать ее в нормальном 720 разрешении, но я так понял, я у него не уточнял, надо было, да. Он, видимо, записывает с полного экрана, с фуллскрином. Но если я разворачиваю игру на полный экран, у меня записывает вот такую рамочку, где вот здесь все черное и вот здесь кусок рабочего стола. Не самой игры, рабочего стола. Ладно бы, если бы был кусок игры, я бы мог его растянуть, но это все равно было бы такое же расширение, как и в окне. Поэтому смысла особого нет. В целом, идея видео была в том, чтобы сказать... Народ, пишите вопросики, на которые хотите получить ответ. Потому что настало время, когда... Я где-то нашел у какого-то из ютуберов, кажется, вчера, позавчера, видос с ответами на вопросы, где он просто отвечал на вопросы. И вот у каждого ютубера есть такая стадия, когда ему хочется записать ответы на вопросы, потому что по 115 раз отвечать на вопросы а-ля «Сколько тебе годиков?», «Какой прогой записываешь?», «Чем редактируешь?», и прочие. Бывает такое, что хочется записать, и именно под этим видео, если наберется 5-6 каких-нибудь вопросов, а-ля «Как тебя звать?», «Что это за футболка?» и «Что вот это за поняша?», то без проблем я сниму нормальные ответы на вопросы с вставками комментов и прочим. Летсплеи, монтажи и некоторые анонсированные рубрики давным-давно. Как же их хочется отснять и как же хочется запариться с монтажом. Но в ближайшее время вот у меня получается как. Сейчас отснято довольно много серий по Ori и по World of Warcraft. В той же стезе а-ля ламповый летсплейчик, который можно под чаек, там, под печеньки посмотреть, втыкнуть. Кому нравится такой формат, пишите в комменты. По тем видео тоже. Ну и насчет монтажа. Монтаж в данное время особо много времени занимает. Ну, в принципе, что? Добавил интрошку, подрезал некоторые затупные моменты, когда вначале прочищаешь горло, готовишься к записи, делаешь вдох-выдох и начинаешь записывать а-ля «Ну что, всем хаешки, с вами тамплиер» и прочее. Обрезал концовку, когда я уже тянусь там к мышке, уже кликаю с после выдохов. Фух, наконец-то это закончилось. Наконец-то можно спокойно подышать, помолчать, ура. И вставить аутрошку. Иногда добавить топ-коммент, текстик там какой-то. Все, на этом весь монтаж заканчивается. Это буквально дело 15-20 минут. Не больше, действительно. Но рендер. Рендер это реально 10 минут, час рендера. Я перепроверял на 20, на 30 минутках. Я пытался визуализировать по разным пресетам в Sony Vegas. Многие советуют мне Adobe Premiere, премьер, но... Там я, насколько знаю, рендер еще чуть-чуть подлиннее в зависимости от длины видео. Поэтому я буду сидеть на Sony Vegas в ближайшее время. И мучение с монтажом. Я думаю, может, 1-2 серии сделать монтажные. Скорее всего, это будет Minecraft в стиле
что-нибудь. Сегодня я играл в Майнкрафт, решил достроить домик. Скорее всего, это именно такая серия будет. Полностью целиковые записи я хочу кидать на лайв-канал. Этот видос я тоже думал залить на лайв-канал, но... Что-то не захотелось. Поэтому этот видос выйдет на основе, и в дальнейшем большинство вот таких разговорных видосов будут выходить на лайв-канале. Надо бы поднимать лайв, и насчет основы и актива. Печаль, беда полнейшая, потому что актив в 30-50 просмотров край за день и сотня на майне – это не то, что нужно от канала в 18К. Я самое обидное, что вот реально многие думают, что я накручиваю подписчиков. Нет, у меня есть видос «Как скачать Майнкрафт», он сейчас держится в топ-2 поиска по Ютубу. Топ-1 я не знаю вообще этого чем, ну как знаю. Я тыкал на его канал, смотрел, но после парочки его видосов отписался, реально не впечатлило. Фу, в принципе, вот такое вот небольшой видосик, кстати, извиняюсь, что видео в ближайшее время где-то так денька два назад начало только выходить. Получается, как немножечко словил унывашку. Это тот момент, когда вообще хочется забить на все, закрыться вот так, все, идите, идите, все. Я не знаю, меня нигде нету, все, 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 оставьте меня в покое. Примерно вот так вот у меня и было. Так, хуже эта челка. У меня на полном серьезе, вот даже в комнате при полностью открытом окне, дверь я не могу открыть, потому что, ну, записывать видосы с открытой дверью, ужас, тем более там кухня, телевизоры, точно так же те люди, которые живут со мной, тоже монтируют видео, у них связана с этим работа, поэтому у них тоже есть звук, и мне не особо хочется, чтобы отрывки долетали где-то фоном до микрофона. Поэтому у меня даже в комнате на полном серьезе такая жара, что прическа у меня вот так вот липнет, все. Жестокая наша жизнь. В общем, пишите комменты, лайкайте, комментируйте. Насчет актива я вот не знаю, как его сейчас повышать. На полном серьезе не знаю. Да, есть идеи, что делалось это интереснее, разбавляя шутками и прочее. Это нужно просто слишком много времени на это тратить. Да, на майн я, возможно, пару-тройку серий выпущу, полностью запарюсь с монтажом, то есть уйду в монтаж, просижу за монтажированием, редактированием видео часок-другой. Это реально самая рутинная работа, монтаж. Это реально одна из... один из самых дичайших моментов, плюс запись видео. Для записи видео вот реально нужно хоть какое-то более-менее настроение. Потому что если у тебя полностью нет настроения ничего делать, ты находишься в унывашке, все. Тебе даже лень смонтировать 10 минут видос и залить его на канал. На полном серьезе, настолько унывашка бывает. А записывать видосы с лицом а-ля... Да, мы сейчас поставим вот здесь несколько блоков. Потом поставим здесь блоков, доставим потолок. И все, ты не знаешь, о чем говорить. Летсплей по WoW, в принципе, задумывались в таком ключе. Я в каком-то там далекой-далекой серии говорил. Ну, как сказать, говорил. Это уже записано, но оно еще не вышло на канал. Летсплей по WoW будут именно в ключе, что фарм полностью как оно есть. Я думал реально летсплей по WoW лить на лайв, но может дальше я так и сделаю. Посмотрим вообще по ситуации. Хочется поднять лайв, поднять канал. Да, заработок с Ютуба дичь. Проезжаем этот момент, потому что последнее время вот за этот перерыв мне стало обидно, что партнерка зависит максимум на
центов так 20 из 15 долларов в месяц, центов эдак на 20 от того, что выпускаю я видео или не выпускаю видео. Комментариев тут, я думаю, предостаточно и без комментариев. Классные вот эти затупы, пока снимаешь, реально, вот, особенно Майн, ты вот играешь, и ты думаешь, о чем поговорить, пока играешь. Да, это бывает, с плейщиком иногда тоже бывает. Ладно, на этом пока что все. Пишите комменты, ставьте лайки, делитесь видосиком с друзьями. А пока что на этом все. Всем удачи, до скорых видео!